Привет, меня зовут Катя Адушкина, и это ваша любимая рубрика «Обмен жизнями». И сегодня у меня дома просто потрясающий анти-грустин Аня Покров! Поменяемся жизнями. Честно, мне уже стало так весело. Сегодня просто знаменательный день, потому что ты будешь проживать один день из моей жизни, а я один день из жизни Анечки Покров. Это будет весело. Да, причем самое главное отличие, понятное дело, наших жизней в том, что ты живешь в доме, я живу с родителями. Готова пожить в дримтиме? Нет, если честно, мне уже страшно. Давай обменяемся Давай. Списками на день, посмотрим, что же мы друг другу приготовим. Давай. Так, разблокируй, пожалуйста. Так, погнали, я читаю. День Ани. Давай. Первый пункт. Утро в Dream Team, чтобы вы понимали. Очень, конечно, это интересно написано. Ну, утро в Dream Team — это всегда весело, никогда не предсказуемо. Ну, там вот Бабич, Милохин в трусах обычно ходит по дому, да, кричат все. Это тот контент, ради которого вы пришли сюда. А у меня вот утро дома с родителями. Тут у нас все спокойно, все чисто. Второй пункт — съемка тиктоков с ребятами из Dream Team. Ну, да. Ну, это в целом-то я... Да, как бы, все понятно. Должна, ну, а чем еще заниматься? Это. Я думаю, я справлюсь с этим. Пока что все по лайту идет. Катя, я уверена, что ты с этим справишься. А вот у меня уже тут посложнее. Давай. Что-то. У меня ход... Stretching. Do you know what is what it? It's like you go to hot room. One person, like a girl, will stretch your... Третий пункт? Нет. Да. Нет. Да. Нет, я не буду этого делать. Ну а третий пункт, как оказалось, это знакомство с мадагаскарскими жуками, чтобы вы понимали. Никогда в жизни я их даже вблизи не видела. А тут Аня задала мне вывалить их всех мне на голову. Ох, не знаю, если честно, что из этого получится. А у меня, знаешь, тут, Кать, тоже не лучше. Фотосессию с пауком. И я так понимаю, это будет не маленький, да, паук? Это будет большой паук, если ты видела. А, возможно, ты, конечно, видела это. Конечно, я видела, где ты была лысая. Да. Он лапочка, он вообще не страшный, да, тебе понравится. Ты не будешь лысая, у тебя просто будет паучок. Четвертый пункт — запись песни «Парень из села». Парень из села. Ну посмотри свой четвертый пункт. Запись трека «Больно». Пятый пункт — игра в Among Us с Dream Team. Ты будешь играть не на телефонах, как вы все привыкли, да? Мы просто реально взяли по приколу, не снимаем это, а просто реально по вечерам играем. Реально в жизни ходишь такой по дому, когда Я даже не знаю, что это за игра в плане игры. Ты не играл на телефоне? Никогда. А надо поиграть, типа, перед тем, как ты... А у меня пятый пункт — съемка танцевального видео с девочками из твоей танцевальной команды. Да, это тебе не просто хухры-мухры там в Among Us играть, да? Тебе надо работать. Ты там попробуй в Among Us. Я даже не знаю, что ты... Не проиграть предателем, когда будешь. Я в своем инстаграме достаточно часто делаю танцевальные видосики со своими девчонками из AK Crew. Тебе нужно будет тоже пройти этот экспириенс и снять видео в инстаграм. Но единственное, у тебя будет небольшая такая задачка. Тебе нужно будет танцевать на каблуках. Ой, как прекрасно. Колесо, понимаешь, рандат, шпагат, вниз, вверх, ножку положила, села, секси встала, все дела, ну все как обычно. Чё ты сейчас сказала? Всем привет! С вами аналитический отдел AK Subscribe. И оказывается, что 49,9% зрителей, которые смотрят это видео, не подписаны на канал. Поэтому сейчас я проведу вам небольшой инструктаж. Это красная кнопка подписаться, а это курсор мышки. Соединяем все это вместе, делаем из красной кнопки серую, и все! Вы великолепны! Спасибо огромное за ваше внимание. Все, погнали! Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Утро, мир! Очень непривычно просыпаться одной. Я привыкаю снова. Когда никто не кричит, когда все спокойно, когда на кухне вкусно пахнет. У нас обычно в Dream Team либо все спят до обеда, либо все такие... Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Доброе утречко. Ну что, я только что проснулась первый раз в своей жизни в доме Dream Team. Давайте начнем этот день с правильной ноги. Ну а сейчас я проведу вам тур по этой потрясающей комнате и по всему дому Dream Team. Наверное, мы здесь не будем смотреть.
Это такая красивая фотография с Артуром, конечно. Да, это вот мы с Артурчиком, моим другом. Все у нас тут как обычно, тиктокерские истории, какие-то приспособления, пушки, плюшки, сердечки, тумбочки. Пацаны, я б так жил на самом деле. Ты знаешь, что это значит? Мне там какие-то таблетки. А, нет, это патч, все хорошо. Дружба остается дружбой. Я пошла отсюда подальше. Мне очень страшно, мне очень как-то непривычно лазить по чужим шкафам. Ты, главное, косметикой не пользуйся без спроса. Один раз я в одном доме просто попользовалась так косметикой, и все, пипец. Жутко громко и запредельно близко. Джонатан Сафран Фойер. Это моя любимая книжка. Каждый день после пианино я иду и вот учусь ставить запятые, например. Каждый раз я обвожу запятые, чтобы помнить, что они как бы тут есть. На самом деле, эта комната просто мечты для девочки. Я вот, мне кажется, такое прям мечтала, и даже сейчас очень даже не против такой комнаты. Микрофон! Это, то есть, можно самим записывать треки? Это для этого сделано? Раз-раз-раз, это карбас со спортивкой Adidas. Это что, шкаф? Вау, это вот так открывается. Зачем столько фотиков? Смотрите, ну просто сказка. Это же девчачий уголок. Вау, блин, сколько косметики. И у меня такая коробочка. Девочки, сейчас я вам покажу свою гардеробную. Заходите, заходите, не стесняйтесь. У нас тут есть огромный выбор толстовок. А самое интересное, знаете, что мне вот здесь понравилось? Во-первых, вы посмотрите, все плакаты Рианы. Я так понимаю, Катя фанатка. И тут, смотрите, обувь, сумочки и шапочки. О, как это мило, божечки, солнышко. Это я за своей мамой, смотрите. А мы заходим в гостиную. Па-па-па-пау. Кот, выходи. Дуся, привет. Я так соскучилась по домашним животным. У нас никого нет в Дринтиме, ну, кроме Бабича. И нам не разрешают заводить домашних животных. Тут дофигища, на самом деле, дверей. Но, насколько я понимаю, здесь у нас туалетная комната. Ну, у нас тут все как обычно в целом. Вот гарнир, чистая кожа. А, это, мне кажется, это... Где здесь угол Бабича? У меня есть вот такая вот бритва. Еще одна бритва на всякий случай. Ну, еще третья бритва у нас на всякий случай. Что это? А еще самое классное в этой комнате, что здесь есть балкон. Раз, два, три. Девчонки, привет. Я просто Аня Покровская решила пожелать вам доброе утро, как я обычно это делаю. А где твои тапки с авокадо? Я забыла, как-то давно у вас здесь не была. Ну, что вот у вас где находится? Ты вот сюда такая забегаешь. А, обычно, да? Авокадо. Давай, 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 делай. Это мой замечательный дружок. Всегда мы так делаем, да? Да, все. Ура! Аня! Ну, это ли не счастье? Ну, а мы не дремлем, как говорится, идем дальше. Здесь у нас такой небольшой перевалочный пункт, как говорится, да? Ну, то есть, приходит, уходит, там, бросает с ним. Мой дружок. Чуть не сдохла. Извините, простите. Это, Аня, скажите, что происходит? Аня, ты же обычно приносишь завтрак по утрам. Завтрак? А мне сказали, что я всем чай обычно делаю. Нет, нет, ты приносишь завтрак каждый день. Мясо, мраморное, мраморное мясо. Рибай обычно. Мне сказали обычно, что я делаю вам чай внизу. Соврали. Там, кажется, закрыто. Ага, если закрыто, значит... Вообще у них тут нужно лестницу ставить, подниматься, нажимать вон там кнопочка, видишь, сверху. Лестницу берешь. Вот, нажимаешь, да. Ты работаешь, да, сегодня? Доброе утро. Привет, ребенок. Как дела? Да ничего, хорошо. Вот выспалась сегодня. Крутяк. Офигеть, это что, завтрак? Блины. А, ты не хочешь на свой выставку? А, ой, я что-то просто задумалась. Офигеть, готовый завтрак, вы понимаете? Мама завтрак приготовила. Чай? Кофе. А, не кофе, чай. Ты такая красивая, мам, с утра. Точно, что-то, видимо, приснилось. Ну что, по блинчику? По блинчику. Сахар. А я чай с сахаром пью или без? А, блинчики, чай, красота. Чё, какие планы на сегодня? Да, все как обычно, фотосессия с тарантулом, пауком, потом растяжка, танцы. Ага, с кем на растяжку идешь? Одна сегодня.
А обычно с кем хожу? Мам, ну все забыла, блин, ну что ты смеешься? Что ТикТок делает с людьми? Очень вкусно. Отлично. А, это та холодная комната, в которой живут демоны. Комната моего брата Дани Милохина. Тут куда не посмотри, я встал, чтобы вот это не снимать, а там как бы... Сусла, Данечка Милохин. Всякие штучки, роликсы. Нет, это не роликсы. Неинтересно. Ну вы знаете, да, самый популярный тиктокер в стране, он не может быть обычным мальчиком, так что... Золотая цепь, ждите. Золотая чаша, золотые цепи. Я тебя Там аккорды другие. Это не важно. Он тоже не знает. Я предлагаю взять то, на чем мы будем передвигаться. Офигеть! Ну мы возьмем только самое необходимое, мы возьмем только самое нужное. Завтрак, конечно, не шибко полезный, но кто когда вообще в этом доме волновался о полезности продуктов? Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Я приехала на какой-то хот-стрейчинг. Я в принципе слышу об этом впервые. Тут просто как в бане, как в сауне. Давай закрываем глазки, делаем глубокий вдох. Ну просто волны. Отлично, поехали дальше. Ноги подтягиваем перед собой, мы все мнем наши стопы. Ой, мальчики, съемка заканчивается. Молодец, 5 секунд. Жарко, капец. 9, отлично, 8. Прошло 5 минут. Так, это посмотри, ход растяжка или фитнес, что это такое? Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Что ж, друзья, следующий пункт вне Ани Покровской, это, конечно же, съемка тиктоков. Сейчас я буду просто повторять тиктоки Ани, которые она уже снимала, выкладывала. Первый тикток, который я буду повторять, выглядит вот так вот. Для этого мне нужно найти здесь розовую кофту, белый топ и джинсы. Божечки, мне кажется, это будет очень сложно. Белый топ какой-то есть. О, мой бог. Я не вижу тут ничего розового. Что вы понимали, бинго, она была зарыта где-то непонятно где. Я, конечно, предполагала, что мы с Аней разные, но не настолько. Штаны мне оказались очень большими, так что мы принимаем крайние меры. Я завязываю тупо их сзади резинкой. Реально стало лучше. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно выстроить вот такой же кадр. Блин, на ведьму похоже. Насколько я понимаю, она снимала это вот в этом углу. Ура, начинаем снимать. Туду, туду. Блин, она пыталась, знаете. Первый тикток с трудом, но дан. Ура! Едем дальше. Я уже вся мокрая. 10, принесите мне 9, полотенце. Так, держи, нежа там, еще 8. Ягодицу убрать назад, на седалищные косточки сесть. Куда ее убрать? Да, вот так убирай. Лопатки собирай, если тут спину, вот отсюда. А у меня просто скрепление позвоночника. Все нормально. Я сейчас как растянусь, потом приду домой, как покажу Dream Team, чему научилась. Я чувствую раскрытие тазобедренных суставов. Руки наверх и корпус вниз, выдох, манят еще вдох. Друзья, мы сейчас очень оперативно должны снять вот этот тикток. Он был снят в этом месте, только, мне кажется, весной или летом, или я не знаю, что произошло за эти пару дней. Надо выучить танец. Подержи вот так. Да, нормально. Попробуем это снять. Сейчас сдохну, ребят. О, боже. Все штаны намокли. Мне кажется, Аня нас убьет, смотри. Вот. Ну что, ваши тиктокеры идут ради тиктоков. Поехали. Начало лучше просто. Что-то было. Пожалуйста, пойдемте. Сейчас такой шпагат будет. Я вот так вот волочко. О, Господи Иисусе. Ты сейчас
куда разъезжалась по какому поводу? Давай. Крокозябра в деле, реально. А, уже больно. Хочу, не давай, хочу. Давай. Я хочу домой. Чувствуешь притяжение? Чувствую. Умница. Вау, да, это такое приятное и неприятное в то же время. Ничего приятного здесь не вижу. Ну и так как я сегодня Анечка Покровская, я пойду подкатывать к мальчикам и девочкам в Dream Team. И снимать это все в ТикТок, конечно же. Пойдемте посмотрим, что выйдет. Привет, подкатить к тебе? Не надо, Катя. Марус. Жаль, что ты не пёс. Давай еще раз, я что-то там чуть-чуть запорола еще раз. Один моментик. Я погуляла с тобой утром и вечером. Пойдем гав! Полный гав просто. Ну тогда можешь сесть, пожалуйста. Да. Да. Ты же смотрела Гарри Поттера? Да. Покажешь мне свою тайную комнату? Да. Слушай, ты как... Артур, слушай, ты как беляш с вокзала. Горячий, сочный и опасный. Так мило, я не могу. Мак, ты прям как грязь, когда я пылесошу. Просто хочется засосать. Лиам, слушай, ты... Лиан, ты как дворовая кошка. Мне так нравится. Лиан, я как дворовая, блин. Ты как дворовая кошка. Олег, слушай, я никогда не буду играть с тобой в прятки, потому что таких, как ты, невозможно найти. Ну да, и забыть тоже. Настя, слушай, ты прям как коронавирус. Мне тяжело дышать, когда ты рядом. Слушай, а как называется программа, где Гузеева всех сватает? Не знаю. Давай поженимся. И я должна была сказать «давай!» Поменяй все, поменяй, меняемся жизнями. Господи, какой он большой. Уберите. Нет, уберите меня. Обосраться. Очень стрёмно, пацаны, да, очень главное, стрёмно. Не... Я выживу. Фу. Нет. Все, расслабься. Не могу. Она мне больно бьёт, боюсь, не видим, ладно. Клянусь, больно. Она терпела. Поменяй все, поменяй. Жизнями. Что ж, друзья, следующее задание, которое мне дала Аня, оно просто crazy. Насколько я понимаю, она делала его для какого-то там батла в Инстаграме, да? В целом, неважно, задала она познакомиться, как эти там, мадагаскарские жуки. Я сяду в эту ванну, на меня сверху высыпят коробку с этими жуками. А, я ни разу их вообще не видела даже в жизни, а потом я должна буду самостоятельно руками собрать их обратно всех в одну коробку. Я загуглила их, и мне уже страшно, чтобы ты понимала. Блин, они в какой-то маленькой коробке. Я думала, ты сейчас мне принесешь там какую-то... Они вообще живые? Да. Ну я не буду. Я не хочу. Зачем она это делала вообще? Я не понимаю. Да, пожалуйста. Боже, я сама трясу коробку. Мне кажется, что они от этого сами трясутся, и мне становится еще... Господи, я не могу. Нет. Аккуратно, с ними будь. Под ногой, осторожно. Чем дольше они сейчас бегают, тем больше они активничают. Откуда вообще ты эти факты берешь? Так я наблюдаю за ними. Помнишь, какие они были, когда их привезли? Я был рад нашему знакомству и работе. Я высыпаю, и ты их быстро собираешь. И все. Давай. 3, 4. Давай, вот, смотри, вот сюда. Мне надо собрать их. Ну это не смешно. О боже, заходи, малыш. Вот этого, который выползает, давай. Стой, сюда, камхер. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но на самом деле я к ней уже привыкла. Мы с ней подружились. Мне сейчас принесут знакомиться нового паучка. Только говорят, это у него аллергия может быть. А что ты в перчатках? Ну, у меня немного аллергия на них. Я чешусь потом вся. А если я тоже буду чесаться потом вся? Смотри, если она на тебя чесанется, не вытирай это рукой. Что сделает? Мамочки! Так, вот это сдуть что-то нужно, да, чтобы не умереть, сказали. А тут не сдувается. Не дувается, клянусь. Фу! Уберите нахер, уберите, пожалуйста. Она покакала. Она на меня насрала!
А пахнет? Вроде не пахнет. Ну, что сказать, ребята, я смогла, я это сделала, я реально собой горжусь даже, потому что это было неприятненько, и я реально очень боюсь. Я первый раз в жизни вот так вот, получается, трогала тарантула, фоткала с ним. Он еще и на меня насрал, ну просто достижение года. Всем спасибо, все свободны. Все будет хорошо, вам кажется, я такую. Залезайте туда, пожалуйста. Господи, у меня сейчас... Собирай. Дай мне какую-то синюю, пожалуйста. Руками давай. Нет! Давай руками. Давай сюда, последний. Давай, я сказала, сюда, где ты? Еще немножко, я почти научилась. Мне кажется, он материт меня просто там. По-хорошему, залезай. Я думала, сдохну. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Представляете, сейчас мы приехали в студию и встретились с Аней. Чисто случайно. Я даже не представляю, как так произошло. Мы будем записывать треки друг друга. Что ж, друзья, мы начинаем, ты готова? Да, нет, да. Поехали, начинаю я с парня из села. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Так, я готова. Ну что? Сейчас как научим Катюшку петь. Раз-раз-раз, так, я себя не слышу. Раз-раз-раз, это Харбас. Я влюбилась, парни из села. Вася, не доживешь до утра, та-та-та-та. Так, ладно. Меня обсуждает пол района. Ой. Катя записывает, типа, на свой лад. Типа, на спине спала. Да, гуд, типа. До утра, та-та-та-та, та-та-та-та. Ты записываешь, прям, ты поешь на свой лад? Ну да, я просто... Стиль эстрады, а надо прям парень с села. Нет, для без, себя села. Вот без ла. Ну ладно, надо. Парня из села. Какое-то такое, да, мотивчики такие. Мне кажется, еще надо какой-то потянуть, типа ра. А вот это тоже делать? Ой. Ну как? Прекрасно, вам понравилось? На бис. Я старалась. Ясно, падаем, та-ла-ла-ла. Парень из села. На спине купала. Блин, может, все-таки в шансончик не подастся? Мне кажется, вообще зашибись. Давайте послушаем, насколько это плохо. Мама, я влюбилась, парни из села. Меня обсуждает по району. Ой, я хранила тайну только как могла. А теперь я белая ворона. Парень из села, не для тебя села. Мама, я влюбилась, парни из села. Меня обсуждает по району. Я хранила тайну долго как могла, а теперь я белая ворона. Парень из села, не для тебя цвела. Вчера была вороной, теперь у меня дела, ла-ла. Парень из села, на спине купола. Если увидит батя, не доживешь до утра, та-та-та-та, бра. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Закрывайте уши, ребятки. Ну, если что, я никогда не говорила о том, что я никогда певица. Не говори никогда, как говорится. А тут песня еще такая. Да, песня убийца, если честно. Вообще. И слезы не происходят. Мы понизили песню на один тон, специально, чтобы Ане было легче петь. Мне тоже бывает больно. Это капец. Мне это тоже не должно быть хорошо получиться больно, в целом. Бывает больно, бывает больно. Мне тоже бывает больно, бывает больно, бывает больно. Не могу. Надо можно. Но мне хрипотца даже нравится, мне кажется, в этом есть. Ну давайте припев. Что это было в конце? Лучше, чем в оригинале. Но только не передавай этого. Ничего не слышишь. Бывает больно.
объяснял, кажется. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Друзья, ну и последний, финальный пункт в дне Анечки Покровской, это, конечно, вечер с ее потрясающей семьей. Ура, друзья! Сегодня, как вы видите, все в каких-то очень странных костюмах, и я не понимаю, что происходит, если честно. Суть игры максимально проста, это мафия. Мафия в реальной жизни. Мы должны ходить по дому, и предатель делает всю игру. Так дотронулся к нему, и он упал. Тот, кто мертвый, он уже не подает ни признаки жизни, он не разговаривает, он просто лежит. Пока его кто-то не найдет, И не скажут, что общий сбор, и тогда они думают, кто мог его убить. По-моему, после рассказа Бабича стало еще непонятнее, чем это. Вот здесь у нас, короче, находятся бумажки, где написано, у кого какая судьба. Один всего лишь предатель, который не должен раскрыться до конца игры. А ты не подсматривай. Буковка П. Предатель. Ч. Э. Член экипажа. А, предатель я пошла показывать. Нужно показать. Все. Игра объявляется. Придумайте что-то, чем себя занять. Окей. Игра. Начинается. Проберу и срач, хоть повод нашла. Я не предатель, поэтому мне скучно. Я реально страшно. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Ну что, пацаны, а у нас последняя часть этого дня. Чтобы вы понимали, я сейчас стою на каблуках, а я их носила за свою жизнь, ну раз пять, наверное, от силы. Ну просто посмотрите. Мы сейчас с хореографом Катей и командой Кати, да, сюда попробуем. Будем учить хорягу, короче, супер экстра в ускоренном режиме. Я Катя, давайте учить. Значит, мы начинаем с широких ног. И круг, и круг. И круг. Дальше у нас идет голова лево, право, диагональ осталась. Давай сейчас, а когда волна, руки у нас. Не, я, конечно, это помню, просто забыла. Раз, два. Да нормально вообще. Наоборот, секс. Ой, я запуталась. Бить бам. На самом деле не сложно, но на каблуках, ну как-то так меня подшатывает немножечко. А, два раза все-таки тик-тик, и третий сел уже, да? Не, фигня, конечно, но... Я говорю, у самый главный для меня трабл – это каблуки. Задание, от которого, кстати, отказалась ты и ты. А как Но ты первая спустилась. А оттуда? Как знают предатели, я... не выполняют задание. Но я ты пришла первая оттуда, а все остальные пришли, да, оттуда. Да, я наверху была. Я была вообще-то на кухне, когда выходила, ага. Уже труп нашла. Ты с Бабичем тут играла? Я не играла с Бабичем, она хотя бы играла. Катя или хорошо мухлюет, или же она реально не предатель. У меня подозрение вот в этих вот двух. А у меня вот эти. Нет, я вам точно говорю, что это Маруся. Потому что еще раз, я стояла здесь, когда Маруся шла оттуда, там был уже труп, а все остальные прибежали с той стороны. А если вы меня видели, почему вы не увидели труп и сразу не побежали сигналить? Так я увидела сначала тебя, потом трупа. А я увидела сначала труп, потом тебя. Ох, черт. За Марусю. Ну. Я тоже за Марусю. Ей! Маруся. Кто ты? Она... Я не предатель. Я предатель! Не так уж плохо я играла. Все, друзья, эта игра подошла к концу. Мне кажется, это было очень весело и интересно. От двух очень весело и интересно. Спасибо, Катюха, что приехала! Я Аня! Пожалуйста! Все, спорола. О, что случилось? Это горячо. Это была просто подготовка. И сейчас мы будем снимать супер красивое, божественное, сексуальное просто видео в Инстаграм. Здесь будет дым, красивые девочки, ну и я.
этот день подошел к концу. Я больше не Катя. Я сейчас обратно вернусь и стану Нютиком. Это был очень крутой день. Он был такой насыщенный. Мне очень понравилось. Эмоции просто вау. Вот. Что? Я, получается, домой? Поменяй все, поменяй все. Поменяй все, поменяй. Меняемся жизнями. Ну вот и все. Это было... Из-за Ани, я уже вижу, как течет вот здесь. Да ладно, на самом деле, это было весело. Если честно, я в шоке от твоего дня. Конечно, жить в доме это классно, весело, постоянно мутится контент, но это все равно работа, это все равно безумно сложно. Да. Тебе нужно постоянно быть в настроении, тебе нужно постоянно что-то снимать. Да плюс вас там дофигища человек. Быть Катей Адушкиной, это реально сложно. Типа, следишь за фигурой, поешь, танцуешь. Плюс еще нужно быть реально хорошей дочкой, ну, типа у тебя таких хороших родителей, нужно им соответствовать. На самом деле, все равно было весело, было безумно сложно. Спасибо тебе огромное за то, что ты побывала на этом потрясающем канале, за то, что ты согласилась на эту авантюру. Правда, было очень круто, спасибо, что пригласила. Все, спасибо, заходи еще. Ладно, друзья, но мы вам желаем хорошего дня. Не забывайте переходить вниз, подписываться на меня, подписываться на Аню. Все-все-все будет вот там вот внизу в описании. Ставить пальцы вверх, писать классные комментарии, писать, с кем бы вы хотели следующий выпуск обмена жизнями, потому что это очень важно. И я в конце каждого своего видео говорю одну очень интересную фразу. Она говорится так. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока. Ну вот и все, это было все, всем пока-пока. Да, видите, она быстрее схватывает, чем Даня Милохин. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока.